Концерт Холли «Сады Победы» состоялся ежегодный праздничный концерт молодых талантов «Светлячки». Юные артисты в этом году приготовили для выступления свои самые лучшие номера и композиции. Предновогоднее праздничное настроение в этот вечер было особенно веселым. Юные «Светлячки» с радостью дарили зрителям свои эмоции, а зрители щедро одаривали их аплодисментами. Почему я люблю Новый год? Наверное, вот эта вот предновогодняя атмосфера, она показывает нам, что вот скоро вообще чуть-чуть остался подождать, и придет Новый год. Я желаю всем, чтобы они создавали и верили, что скоро Новый год, верили в какое-то чудо, волшебство, которое произойдет в новогоднюю ночь, и все их желания сбудутся. Часто мы не видим сами, как живем под небесами, как смеемся над чем плачем, только каждый ждет удачи. Как приятно быть любимым, и когда печали мимо пролетают, но однажды ты поймешь о самом важном. Пусть нелегко найти свои пути, но концерте приняли участие как самые маленькие, так и более взрослые дети. Каждый из артистов – лауреат международных конкурсов и фестивалей. Занимаюсь вокалом около 6 лет. Начала я петь в 9. Я очень люблю петь, и на данный момент это мое самое главное и любимое хобби. Я была в полуфинале детского Евровидения. Также этим летом у меня первое место на фестивале «Созвездие Мюнхена», который проходил в Германии, в Мюнхене. Лауреат вторых, третьей премии на конкурсе «Наполни музыкой сердца». Потрясающие номера, красочные костюмы не оставили равнодушными никого из зрителей в зале. Каждый номер буквально дышал новогодним духом, а сюжеты порой переносили в иные сказочные миры, возвращая зрителей в детство.
Вот как, к примеру, этот номер. Песню про аквариус юная исполнительница Диана Орловская выбрала для себя сама. Помогают солистки ансамбль классического танца «Фуэте». «Аквариус» переводится как «водолей» с английского языка. Я, когда услышала эту песню в интернете, мне она сразу очень понравилась, очень нежная, такая немного грустная песня. И я сразу как почувствовала, что эта песня моя, и я очень хочу ее петь. В таких фестивалях и концертах я принимаю участие довольно часто, так как занимаюсь вокалом уже около 5 лет. Прежде всего, это доставляет мне именно удовольствие, потому что я очень люблю выступать на сцене, и для меня это радость. В 2011 году я выиграла конкурс «Мисс Одесса», и также в этом году я выиграла конкурс «Мини-Мисс Украина». В этом 2012 году я заняла титул «Мисс Фестиваль Звездочка», и я лауреат многих вокальных конкурсов международных. Aquarius, eat the stardust, each kill the faith, and the only one I trust, it calls your name, and you listen, it steals your soul. Каждый участник праздничного концерта удивлял зрителей своим талантом. Оно и неудивительно, ведь для мастерского исполнения необходим долгий и упорный труд. Раскрыть же талант полностью помогали ребятам профессиональные преподаватели по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. И сегодня на праздничном концерте каждый из них с замиранием сердца следил за своими учениками. Ведь сегодня их звездный час. I grow on a phone and call the girls, sit meet me down at Curly Pearls for a na-na-na-na. Nay, na, na, na. In my high heel shoes and fancy fence ran down the stairs, hold me a cap goon. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Вокалами я занимаюсь уже 7 лет, но у Ларисы Яковлевны я занимаюсь только год. Лариса Яковлевна замечательный педагог.
год – самый долгожданный праздник, и особенно для детей. Ведь именно на Новый год мы всегда в детстве ждали чего-то особенного, волшебного. А вдруг произойдет чудо? И, конечно же, подарки. Когда заветные часы пробьют 12 ночи, настает время, когда наконец-то можно открывать долгожданные подарки от Деда Мороза. Именно об этой заветной минуте участники коллектива «Вуаля» исполнили свою песню. Веселая новогодняя песня. Рассказывается о том, что как радостно отмечать Новый год и как отлично, когда бьют часы 12 ночи. Сбываются мечты, и сегодня часть из них уже сбылась у наших участников. Быть может, завтра какие-то мечты сбудутся и у вас, ведь Новый год уже близко. По крайней мере, мы с маленькими светлячками искренне желаем всем детям, чтобы их самая заветная мечта обязательно осуществилась под Новый год. Прежде всего, хочется пожелать всем-всем удачи, улыбок, море позитивных эмоций в 2013 году. Главное – крепкого здоровья и творческих достижений. Я желаю, чтобы их желания в новогоднюю ночь исполнились, и чтобы все было хорошо, и чтобы, конечно же, все были здоровы.